Ну что, дорогие друзья, мои руки заскучали, да? Как всегда, нечего, если делать, то надо чем-то заняться. Но нет, на самом деле есть чем заняться, есть всегда чем заняться. Но у меня стоял диванчик, который я недавно переделала, в принципе, своим собачкам с другой стороны нашего дивана, на который они прыгали. Но вот в прошлый раз я делала, ну вот этот изголовье, да, как говорят, спиночка, она хороша. А переделывала я вот эту штучку. И я купила ткань, ну вот она, вот такая, в пупырку. Она, конечно, такая, мне показалась плотная, добротная, но она оказалась, ну, не то. Очень сложно моется, вот сюда, если что-то вот забьется, то есть нужно было мне только ставить ее в ванну, ну вот эти вот пупырки, они просто были, ну как бы плохо мылись. А мне нужно что? Взял тряпочку, протер вот такое вот мигом быстро и все. Ну надо пожалеть себя, тут можно тереть бесконечно, но времени нет, надо уделить всем внимание, всем время. Поэтому сейчас вот я переделываю, ну да, как в пословица говорят, за дурной головой, да, два раза идешь, делаешь, так и я. В общем, я вот приобрела вот такую вот, я из них уже делала вот наши стеллажи. Она хоть и кажется, что она текстурная, да, такая вот, но она очень легко моется. Это я уже проверила. Взяла два куска вот таких, ну, потому что уже более темные. Ну, я люблю белый цвет, светлое люблю, но все-таки нужно учитывать, чтобы я, ну, меньше тратила на тряпки, на уборки, на все остальное. Жизнь пробегает, и она состоит не только из уборок и вытирания, собирания всего от собачек. Поэтому решила взять такую темненькую, она подходит под наш интерьер. Вот, я думаю, что будет то, что надо. Поэтому мне нужно переделать и вот эту вот спиночку, и, конечно, вот эту штучку. Брала самую обычную такую доску. Это от стола, который вот это раскладывается, такие здоровые, тяжелые были. Она настолько добротная, потому что даже могу иногда я, допустим, встать на него, ну, что-то пыль вытирать там или что-то еще. Вот, поэтому взяла ее. Так ее и оставлю. Ну, вот бильце поснимала, да. Ну, в общем, буду сейчас распаковывать и вот это все. Пуговички оставлю, наверное, эти же. Ничего не приобрела. Так, пока я здесь работаю, вся моя детвора гуляет. И кто-то просто вот тут балуется настолько. Что такое? Я тут просто сижу, да? Моника, а тебе не стыдно? Да я тут вообще, да, не при делах. Вот тут просто лежу, да, типа статуэточкой. Ну, я от тебя не ожидала. Ну, и что? И тебе стыдно, да? А зачем ты залезла сюда и показываешь глупости, а? Мамы тут были просто искусственные цветочки. Ну, вот называется, я загородила, да? Не, ну вы посмотрите на вот эту вот хулиганку. Моника, ты чему учишь младшее поколение? Ну ты посмотри. И даже вообще ни стыда, ни совести. Смотрите, она спряталась. Маняш, ну я от тебя не ожидала. Ну разве так можно? Ну и? И как мне сюда посадить тогда цветы, скажи? Никак? Это твое? Что? Стыдно? Тебе не стыдно? Стыдно или нет? Аф! Эх ты, мама занимается, выпустила, сделала им доброе дело. Все гуляют, абсолютно вон все. Вон наш красавчик Кевин наблюдает, наблюдательный пункт. Так, надо положить ему лежаночку, не дело лежать на полу, тем более там еще холодно. Ну вот все гуляют. Вон девчоночки легли на солнышко. Так, нет, сейчас, наверное, я повыкладываю всем вот эти топчанчики, лежанчики. Вот, все занимаются своим делом, а Моника продолжает шалить. Ну вы посмотрите, ну вот как с этой Моникой. Так, ребята, ребят. Мама добрая, но не до такой же степени. Не наглейте-то, Маняша. Все, слезла. Коза. Ты коза, дереза.
Ну разве можно так? Ну посмотрите на это чудо. И вы что все сюда позалазили? Ой, я не могу. Он, Денюшка, прекрасный ребенок. Молодец. Ты умничка. Да, Денюш. Дэнни красавчик, ждет маму. Боже, самый красивый ребенок, да. Самую нежную, самую добрую, самую терпеливую маму, да. Которая, скажи, не будет ругать, если я гавкаю. А то такую глупость говорят, скажи, да, Дэнни. Язык подрезать, себе подрежьте, да. Детям что-то не подрезают. Извините уж, что я так сравниваю. У меня тоже есть дети. Ну, не до такой же степени прям, чтобы собаке язык подрезать. Да, мой сладкий. Потому что кто-то не может потерпеть. Потому что кто-то не может научить собаку, воспитать. Проще всего подрезать и не заниматься ни воспитанием, ни ничем. Поэтому... Злюсь я очень, когда так говорят. Прям очень злюсь. Ну, так же нельзя. Так, что, мои хорошие? Фея, как всегда, со своей костяшкой. Ну, в общем, вот так. Да, они гуляют, я работаю. Все, я пошла работать. Всем хорошего дня, хорошего настроения. У нас прекрасное настроение. У нас прекрасный день. Посмотрите, какая красота. Боже, боже. Дай Бог всем и каждому красота.